Сегодня я вам покажу, как разрезать яблоко простым, но достаточно оригинальным способом. Для этого берем помытое яблоко. Яблоко обязательно мыть, как и все, что мы, в принципе, употребляем в пищу. И делаем надрез до половины яблока. Вот примерно вот так. Чтобы нож прорезал яблоко наполовину. Далее проверяем, чтобы разрез был крестовой, переворачиваем и с обратной стороны делаем тоже надрез наполовину яблока. Так. Получаем один надрез вот так, второй надрез вот так. Далее берем и соединяем эти два надреза с одной стороны и с другой стороны. Потом берем и разъединяем яблоко. Мы получаем вот такие вот две фигуры. Кушать очень удобно. Фактически все открыто. Ну и можно поставить на тарелку, ребенок удивится. Пользуйтесь. До новых встреч.